В этом выпуске мы покажем, как выглядит процесс внедрения АИС-диспетчер, что поставляется в комплекте, что должно быть готово перед монтажом системы, как монтируется прибор и куда он подключается в станке, а также покажем все этапы внедрения системы мониторинга. Монтаж. Перед монтажом специалисты службы технической поддержки проводят обследование станков, на которые будет производиться монтаж системы диспетчер. Основная цель данного обследования – выявить точки и способы подключения аппаратных средств. Монтаж аппаратных средств диспетчеризации производится с учетом особенностей станка, а также с учетом возможностей беспрепятственного доступа оператора к установленному оборудованию. В данном случае инженер производит монтаж терминала регистратора TR-06D. Терминал дает возможность в автоматическом режиме осуществлять сбор дискретных и аналоговых данных о работе оборудования, записывать полученные данные на карту памяти и по запросу из локальной сети Ethernet передавать их на сервер. Данная модификация терминала позволяет дополнительно выполнять мониторинг потребляемой активной и полной мощности, соответственно, однофазной и трехфазной электрической сети, а также контролировать качество питающего напряжения путем фиксации во времени провалов и всплесков напряжения. После установки комплекта оборудования на станок, инженер производит настройку терминала для передачи данных на сервер. Специалист службы технической поддержки производит подключение к аппаратным средствам сигналов электроавтоматики и силовых кабелей к плате мощности. Этап пуска наладочных работ заключается в подключении терминалов к сети, настройке и добавлении нового станка на сервер. Когда оборудование подключено и настроено, специалист производит запуск станка и отладку системы мониторинга. Система мониторинга начинает обрабатывать сигнал со станков с первой минуты подключения к серверу. Говорить о статистических результатах можно уже по завершению работы смены операторов. Основываясь на первых полученных результатах, специалисты производят донастройку и корректировку работы оборудования. Монтаж стандартного комплекта оборудования занимает около 3 часов. Таким образом, за одну рабочую смену возможно осуществить подключение к АИС-диспетчер 3 станков. После монтажа и настройки системы производится инструктаж и обучение сотрудников заказчика непосредственно на их рабочем месте. За каждым предприятием, использующим систему мониторинга диспетчер, закрепляется персональный специалист службы поддержки продаж, осуществляющий помощь и консультации по эксплуатации системы. Служба технической поддержки, так же как и менеджер отдела продаж, всегда готовы дать подробную консультацию по телефону 8 48 12 24 41 02. А также подробности о системе АИС-диспетчер на www.intechnology.ru.